Всем привет! В этом выпуске. Голден Лига. Что делать в Новый год? Командный бой. Почему лучше 7 раз отмерить? Конкурсы. Кто победил и что за это будет? Наверняка все с нетерпением ждут новогодних праздников. Отдохнуть-то уже хочется. Голден Лига тоже уйдет на каникулы, чтобы под бой курантов и плеш шампанского подвести итоги календарного года. Но об этом в следующем выпуске, а пока узнаем, как именно киберспортсмены собираются встретить Новый год. Для меня Новый год – это семейный праздник. Так что отмечать я поеду к родителям в свой родной город вместе с женой, а заодно и старых друзей повидаю. Ну а потом планирую на неделю съездить в Италию. На праздники поедем с друзьями в коттеджный домик у замерзшего озера, подальше от городской суеты. Будем кататься на лыжах и коньках. Немного спорта на свежем воздухе точно пойдет на пользу. Обычно на Новый год я приглашаю к себе толпу друзей, но отмечать праздник в Москве уже надоело. Так что на этот раз полечу с подругой в Таиланд, буду отмечать у моря под пальмами. Вы просите, мы делаем. Возобновился конкурс на лучшие моменты Голден Лиги. По-моему, более легкого способа выиграть игровое золото просто не существует. Все, что нужно, заметить интересный момент в любом из матчей лиги и написать о нем в специальной теме на форуме. Ну, куда уж проще. Подробности в описании. С выходом обновления 8.10 в режиме командный бой новые карты все-таки не появятся. За комментариями мы обратились к главе отдела киберспорта Алексею Кузнецову. Командный бой – это режим игры, который тесно связан с киберспортом, и, конечно же, мы за ним пристально следим. Добавление новых карт – это очень серьезный шаг. Прежде чем принимать такие решения, мы консультируемся с профессиональными игроками. Поэтому, если новые карты и будут добавлены в ближайших обновлениях, то они будут соответствовать нашим жестким требованиям. Одна из сильнейших команд мира, Team Dignitas, наконец-то обзавелась своим пабликом ВКонтакте. Давно пора бы. Подписчиков пока мало, но лично мне капитан команды Сталкер пообещал выкладывать здесь много всего интересного. Что ж, посмотрим, умеет ли он держать обещания. Ну а я свои обещания выполняю, поэтому и пришло время раздать голды за конкурс по нанесению урона. Реплеев нам прислали огромное количество, но не все из них подходили под условия конкурса. И тем не менее победитель есть, и не один. Увидели свой ник на экране, значит скоро получите честно заработанный выигрыш. Поздравляю! Болеете за любимую команду? У вас под рукой есть видеокамера или телефон с видеокамерой? Тогда поздравьте своих кумиров Лиги Wargaming с Новым годом и получите приз от программы Киберспорт. Кроме того, лично от меня победителю достанется специальный подарок. Только давайте сразу договоримся, все должно быть весело и не банально. Подробности читайте в специальной теме на форуме, ссылка в описании. И на этом у меня все, скоро увидимся!